Приветствую вас. Первое, с чего мне хотелось бы начать свой ответ, это, наверное, с того, почему вы именно решили, почему вы именно пришли к выводу о том, что люди не идут к вам в бизнес именно из-за того, что у вас монотонная речь. То есть я, конечно, не знаю, и, может быть, я, ну, как бы, не прав. Вот. Но мне кажется, что люди бизнес идут не за эмоциями, а за чем-то другим. Разве нет? То есть почему вы почему вы считаете, что дело именно в этом? Все. Это первое. Второе. Эмоции, которые вы испытываете. То есть, понимаете, с одной стороны, есть ощущение, что свои эмоции, свои чувства вы как-то подавляете. Вот. Возможно. Это первое. Второе. Есть ощущение, что вам неинтересно, может быть, то, чем вы занимаетесь. Вот. Ну, может быть, я опять же повторюсь, что здесь я не уверен. Я просто говорю, что, может быть, вам неинтересно то, чем вы занимаетесь. Потому что, если бы у вас был живой прямо интерес, да, к тому, что вы делаете, либо если бы вы свои эмоции не подавляли бы, то вполне может быть, что было бы гораздо легче, проще, удобнее, комфортнее. И тогда несложно догадаться, что я веду речь о том, что вы можете как подавлять свои эмоции в силу ряда причин, так вы можете и не быть заинтересованы в том, что делать. Вот подумайте, для чего вам бизнес? Вообще, зачем вам бизнес? Почему вы им занимаетесь? Вот. Что интересного в этом бизнесе для вас? Вот. То есть это вот то, о чем вам нужно подумать. Как часто вы, скажем, подавляете свои эмоции? Подавляете ли вы вообще? Если да, то зачем? Зачем вы их подавляете, если да? Вот. То есть проявление
эмоции напрямую зависят от того, как вы относитесь к своему бизнесу. Понимаете, да? То есть, если вы относитесь к нему живым интересом, да, именно живым интересом, вот, то вряд ли у вас эмоций не будет, потому что вы все-таки, ну, как бы, живой человек. Вот. В остальных случаях, ну, я боюсь, что у вас все-таки будет эта самая безэмоциональность. Вот. То, что вам говорили про тренировку, да, это, безусловно, верно, это, безусловно, правильно, но, как бы, дело не только в этом, дело не только в тренировке, дело в умении выражать свои чувства, вот, понимаете? И в блоках, которые стоят на этом пути. Вот и все. То есть я думаю, что основная проблема именно в этом. Основная проблема именно в этом, я думаю. И, соответственно, сейчас я рекомендую вам просто вот подумать, да, составить список чувств, которые вы вообще, ну, не выражаете. Вот. Составить вообще список, который вы вообще сперва, ну, испытываете. Вот. А после уже выделить из них те чувства, которые вы не выражаете. И определить для себя причину, почему не выражаете. И, как бы, аргументы, да. Аргументы, источник, и вот откуда, то есть, как бы, и как вы могли бы их выразить в повседневной жизни. Вот. Понятно? Вот пусть это станет началом вашей работы над собой. Понятно? На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Надеюсь, что вы для себя уловили что-то полезное в моем ответе. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.